Утром тут такое со мной было, не поверите. Делала эпиляцию одной даме, которая к нам записывалась под именем Барбье. Невысокая шатенка со странным акцентом. До свидания, мадам Барбье. Хорошего вам отдыха. Пока, Мюрриэль. До скорого. До скорого. И тут меня осенило. Акцент-то немецкий. Я говорю себе, черт, ну и ну. Я делаю эпиляции дочери нацистского преступника Клауса Барбье. Винсан! Я знаю все его песни, подробности его карьеры. Винсан Лакруа попросил меня помочь ему избавиться от тела своей подруги. И я помогла. Он был в отчаянии. Что за небылицы ты плетешь? Прекрати, Мюрриэль. Вот уже 4 дня, а моей подруге Жюли Дорье нет никаких известий. Мюрриэль, пожалуйста, скажи мне правду. Но все это правда, поверь мне. Скажите мне, что я должна для вас сделать? Этого не может быть. Но почему? Потому что все, кто тебя знает, скажут, да, она вечно плетет небылицы. Вы знакомы с Мюрриэль Байен? Ну да, знаком, видел ее 7 раз, хотя едва ли хорошо ее знаю. Мадемуазель Байен, вас будут держать под арестом. Проклятие, проклятие, проклятие. И никаких известий, исчезла. Никто нигде ее не видел. А что с певцом? Хороший парень. Он темнит. Не верю я, что ему ничего не известно. Да, я знаю, у меня нет ни малейшего шанса, хотя у Винсана полно фанатов по всей Франции. Все, хватит, стоп! Она его обожает. Она мне не друг и даже не приятельница, она мне никто. Просто моя фанатка.